Депутаты предлагают правительству отменить монополию ЕНПФ и воссоздать частные пенсионные фонды. На первом в этом году пленарном заседании Нижней палаты фракция АКЖОЛ заявила, что у ЕНПФ нет и не может быть собственных средств. Все финансовые ресурсы являются пенсионными накоплениями граждан, либо инвестиционным доходом с этих отчислений. Мажилисмены обратили внимание и на образовавшийся конфликт интересов, когда Нацбанк одновременно выступает и регулятором, и оператором фонда. Правильно было бы все-таки, во-первых, отказаться от монополии, во-вторых, с тем, чтобы эти деньги не дробились на слишком большие, не слишком мелкие компании, которые уходили бы из-под внимания государства, надо создать конкуренцию в пределах там, 3, максимум 5 фондов, которые при этом были бы под жестким контролем государства, но при этом все-таки конкурируют друг с другом за вкладчиков. Такие заявления были сделаны на фоне громкого задержания управленцем фонда. Напомню, экс-руководитель ЕНПФ Руслан Ердинаев и начальник управления финансовых рисков были арестованы на 2 месяца. Их подозревают в присвоении и растрате имущества. Комитет национальной безопасности расследует сделку фонда в 5 миллиардов тенге. С 21 декабря проводится проверка по операциям, совершенным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.